Друзья, вот такую вот я буренку увидел на детской площадке. Я сам в шоке, смотрел в окно и увидел такую вот красоту у себя на районе в Московской области. Видите, да, вокруг город, район такой, такая Московская область. Там еще, кстати, телята и пару коров. Это тоже они будут кролики. Поэтому ставим такой жирный лайк и комментарий. Молодежь, а чьи коровы-то? А? Мы уже их гладили. Чьи коровы гладили, да? Да. А там теленочка маленького. Вон он, вышел. Я вообще что-то посмотрел, так это в центре города, вроде цивилизация. И коровы ходят, гадят. Все, обгадили. Что, прям подходили и гладили, да? Да. Но они, правда, убегали. Они убегали. Хорошо не наоборот, потому что бывает такая реакция. А? Там корова типа. Обалдеть вообще. А? Я на YouTube. Да, у вас свой канал есть? Да. А сколько подписчиков? 3000 пока. Сколько? 3000. Да, это не нужно. Удачи вам. А? Удачи вам. А, спасибо. Да, город. Прям коровы среди города. Друзья, такое бывает. Смотрите, сколько. Вообще жесть. И коровы. Они вот пасутся, помогают. Травы. Смотрите. Я думаю, такого вам больше никто не покажет, что в городе. Московская область. Нет, не сама Москва, а Московская область. Паслись коровы. Смотрите, какая буренка, друзья. Тут все изгадили, правда. Вон изгадили тоже, видите. Сейчас поближе покажу. Тоже вот такие плюхи по всем этим тротуарам, друзья. Это еще дорога. Смотрите, да, буренка решила попить с телятами. Видите, как интересно. Я думаю, подойти ближе или не стоит. Или она может и меня так бодануть. Видите, по детской площадке гуляют коровы. Смотрите. Я думаю, больше вот такого нигде, друзья, не увидеть. Видите, про что я вам и говорил. Удобряют асфальт, друзья. Асфальт тоже нуждается в удобрении, чтоб на нем цветочки росли. Вернее, сквозь асфальт. Друзья, а вот это вообще безобразие. Что натворили эти коровы, а? Такие вот плюхи на детской площадке, друзья. Оставили, удобрили детскую площадку, скажем так. Это бесплатное удобрение.
Давайте поближе, наверное, подойдем. Она нас не укусит. Смотрите, какая корова. Большая, деревенская. И вот такая же куча. Тоже большая и деревенская. Смотрите, как она пасется. Помогает. Как это правильно сказать? Как газонокосилка работает. Не нужны тут бригады. С триммерами для травы. В принципе, все вот это вот. Коровы. Наверное, здесь поблизости где-то или ферма, или... Хотя я здесь живу уже лет 6 и не слышал, про какую ферму с животными, ни про какое угодье. Или здесь есть неподалеку дома частные, может быть, они, вернее, видите, сколько их. Они где-то кому-то ввязались и сбежали. Молодежь была. Смотрите, друзья, какая корова. Конечно, не самое лучшее место корова выбрала. Друзья, смотрите, вот такие детишки уже. Смотрите, автомобиль. Молодежь, а что вы их уже гладили, да? Да? Да. И что они как? Они убегают. Убегают? Да. Вот детишки, друзья. Они назад не знают. Уже Молодежь. Белая осина, лучше ей не походить, это мама уже видела. Вот Катя, у нее одна нога. Ролик, друзья, сам по себе пришел на канал, вернее, появился на нашу с вами видеозаписи, поэтому с вас обязательно прогуляю. С меня, конечно, никакой, но я вас коробку снимаю. Такие вот. А чьи корову-то, молодежь? А чьи коровы? Не знаю. А там есть какая-то маленькая ферма. Да. Я думаю, еще что-то баранов. Вот 2018 года не было. Да? Да, баранов там. Прямо давались спать. Thank you.
Молодежь разогнала всех телят. Так что, друзья, с вас жирный лайк по-любому. Можно даже авансом и пару, а можно и не пару, побольше комментариев, чтобы видеоролик продвигался и попал в рекомендации, может, еще куда-нибудь на главную страницу Ютуба. Я думаю, такое не каждый день увидишь. Так вот, друзья. Люди ходят. Видите, тут даже у них есть водопой. Можно попить воды. Вон детвора. Такая, короче, друзья, картина.